Всем привет! Я ходила на почту, нам пришли посылочки. Зашла в магазин. Вот я иду домой. Вот наши две. Я иду домой. Это наша сосна. Я зашла в магазин. Вот у нас погода. С утра было солнышко, сейчас тучки. Я зашла в магазин. Еще купила. Яички купила. Перечайку, кефирчик купила. Вот. Домой. Да, Микулечка? Вот наш пекинесик такой. Ай, ты мой хороший. Ай, 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 как он, ай, как он бежит. Ай, как он бежит. Ай, домой бежит, домой. Домой бежит. Я дома. Вот я принесла посылочки, господи. Вот такие вот три посылки сегодня нам пришли. Как на почте говорят, мелкие пакеты вам пришли. Вот сейчас мы их будем распаковывать, но потом я сниму, что пришло. Вот по-китайски написано. Нет, это по-английски. Это по-китайски, вот по-китайски. Посылки приходили чисто, а вот они переклеили. Вот я распаковала посылочки эти три, и вот хочу показать. Здесь это вот кольцо дочь выписала. Что-то мне не хочется его вытаскивать, распаковывать тут. В общем, вот такое кольцо с этими вот с камушками. Оно вот по кругу эти камушки. Вот. Я там поставлю ссылочку, кому может надо. Ну, тоже кольцо пришло, я вот померила. Мы плотные, не худенькие. Нам идет на мизинец. Но если вот то худенькие, им, конечно, будет хорошо. Вот такое вот колечко. Вот. Пришло. Еще пришли сережки, но сережки мы не заказывали. Мы заказывали браслет на ногу. Ну, почему-то вот они прислали вот такие сережки. Вот, ну не знаю, вот дочери дома нет. Понравится ей, не понравится. Вот. Такие вот, но я не буду вытаскивать. Вот такие вот сережки. Вот. И еще это нам пришли вот такие гвоздики. Но это вот кто занимается. У меня сын делает корабли. Ну, хобби у него такое. И вот он выписал какие-то вот такие гвоздики. Вот здесь много их. Вот, вот ему пришли. Он, наверное, еще будет корабль делать. Вот. У него, он сейчас доделал свой корабль, фигура осталась впереди на корме. Вот сделать, у него не получается. Не знаю, из чего он будет делать. Сейчас я покажу корабль его. Вот корабль, который мой сын Уля сделал. Это черная жемчужина. Вот, очень даже хорошо видно, что ты говоришь. Вот, все он делал сам, своими руками. Вот повесили паруса, вот флаг, вот такой вот флаг. Вот все он делал сам, своими руками. Вот такой красивый корабль. Вот издалека не очень видно, потому что сейчас вечер, темно. Ну, в общем, а вблизи вот очень красиво прям. Вот. Вот я поставила Ханну. Вот так, вот только поставила, вот маслом смазала, вот так скрутила, и вот у меня одно колечко. Вот я в этой мультиварке
Готовлю, поставила на пароварку. Но у меня почему-то я вот не могу тут сделать это время больше. Я, значит, два раза включаю ее по 20 минут, получается 40 минут. Это вот я новый лист раскатала. Как показать-то? Новый лист раскатала. Я вот мясо не стала крутить. Я порезала кусочками. Вот. Это козленок наш. Наше домашнее мясо. Вот я порезала. Добавила лук, перчик. И вот так вот я размазываю его. Я не знаю. Ну, ничего, если мало будет, мы тесто поедим. Что-то вот так вот захотела. Смотрю, других тоже. Это подмала волос. Смотрю, других тоже делают. Вот совсем мало мяса на второй ханум. Я все мясо убухала на тот, на первый лист. Вот, ну ничего. Чуть-чуть для запаху. Вот и второй нам ханам на троих я делаю. Вот у меня сын пришел утром с дежурства. Второй идет завтра на дежурство. Вот мы сейчас будем вот так обедать. Вот такой вот у меня получается ханумчик. Мяса мало. Ну ничего, мы покушаем тесто. Ну там я, конечно, больше у меня мяса в том листе. Что-то я не рассчитала, надо было больше сюда оставить. Ну вот так размазала. Вот. Сейчас буду скручивать. Одной рукой неудобно. Но я попробую. Вот так вот мы вот крутим. Крутим. Потом защипнем. Вот такой у меня ханумчик получился. Вот здесь вот я краешки сейчас защипну. Вот. И поставлю варить. Вот такой ханум. Вот так его скрутим. Вот. 40 минут и готово. Вот ханум мой приготовился. Сейчас я открою. Посмотрю, что у меня вот такой вот. Смотрите, какой пушистый стал. Вот, сейчас я его вытащу и будем кушать. Я вот пришла сюда к нам в спальню. Я здесь вот сажаю, ну там занимаюсь декупажем иногда, там что-нибудь крашу, что-нибудь делаю, ну, в общем, творчеством занимаюсь. И я чего хочу показать, я вот в воскресенье же показывала, как я сеяла вот в эти, как они, самокрутки вот эти. Вот, вы знаете, у меня цветочки уже зелененькие выше, это вылезли. Сейчас я вам покажу. Вот у меня стояли, вы знаете, они стояли сначала у меня на, вот здесь на столе, потом что-то я подумала, что, наверное, им здесь темно будет, они сильно вытянутся, я потом на окошко поставила. И вот сейчас, чтобы вам показать, вот я это, вот они мне под пакетиком, и вот смотрите, зазеленело у меня. Вот такие вот, я никогда так не села, первый раз, так интересно. Как бы вот показать, чтобы видно было. Вот так, наверное, что ли. Прям вот зелененькие, видите, это цветочки у меня. Прям вот зелененькие листочки, смотрите. Прям прелесть какая. Ой, прям смотрите, что зелененькие такие листочки. Вон, и в серединке, смотрите. А перчик я посмотрела, вот перец у меня еще не зеленеет, но уже корешки пустил. Я сегодня вот смотрела, сейчас одну руку неудобно, не видно вот совсем здесь. Но скоро тоже вот будет, а цветочки у меня зелененькие, смотрите. Вот сколько дней прошло? Сегодня четверг, по-моему, 4 дня. Вот смотрите, я воскресенье сеяла, на четвертый день вот вылезли. Смотрите, зелененькие. Ни земли не надо, ничего. Потом попробую.
Может быть, просто земелькой подсыпать, развернуть, подсыпать земельку и снова свернуть, а потом будут тогда такие более побольше, потолще. В общем, я попробую, посмотрим. Я несколько штучек попробую пикировать, а остальные я засыплю землей и также сверну. Вот, что я вам хотела показать. Вот так вот у меня вот такие вот зазеленели росточки. Очень приятно, прям глаза радует. Вот. Ну что, всем пока-пока. Что хотела рассказать, сегодня показала, рассказала. Всем здоровья крепкого, хорошего настроения и всего самого хорошего. Пока.